слышу голос где-то там внутри. Он меня просит просто так уйти. Но разве можно чувства нам забыть? Скажи, tell me. Сменяю часовые пояса. Нас разделяют страны, города. Как я хочу сказать, что ты моя. Мы останемся в городе. Проснулась с мыслью, что очень рано, я еще хотела бы поспать, и может, да ну его это все. Потом, когда увидела Сашку, поняла, что все это не зря, что мы правда об этом мечтали, этого очень хотели. И этот день был приятно тяжелый. С одной стороны, как бы очень много внимания, которого ты никогда не получаешь. И оно переполняется, и кажется, куда тебе деться от него, никуда не денешься. Я проснулся легко, если честно. Я проснулся, там время моментально пробежало, ну руки дрожали моментами, ну потом пошло все само собой. И когда уже приехали к Грожине, я уже хотел чем быстрее попасть к ней. Нас мучили, не так легко это удалось попасть. Я добился этого с помощью своих помощников, и был в шоке. Она очень красивая у меня сегодня, ну и всегда она красивая у меня.